Факт про капибар номер 41. У беременных капибар типичный период беременности составляет 120 дней. Факт про капибар номер 42. Лай и запахи составляют основу общения капибар. Факт про капибар номер 43. Самые дружелюбные животные предпочитают спокойную жизнь в стае, доверчивые легко идут на контакт с другими животными. Факт про капибар номер 44. Каждый день взрослой особи нужно съедать как минимум 3,5 килограмма травы, чтобы почувствовать сытость. Факт про капибар номер 45. Плохо переваривают пищу. В плане приема пищи чем-то напоминают коров. Они отрыгивают траву и снова начинают пережевывать ее. Факт про капибар номер 46. Капибары – социальные животные, живущие группами по 10-20 особей на площади от 1 до 10 гектаров. Факт про капибар номер 47. Самцы и самки капибар маркируют территорию секретом преанальных желез. Самцы также метят секретом железы под названием морилья, находятся на морде. Кроме того, территорию животные метят точно так же, как и собаки. Факт про капибар номер 48. Чем засушливее местность, тем крупнее группы. В засуху вокруг водоемов иногда скапливается до нескольких сотен особей. Факт про капибар номер 49. Зубов 20, каждый резец у взрослой особи может достигать до 7 сантиметров. Факт про капибар номер 50. Капибара может издавать 10-15 звуков, слышимых человеку. Речь капибар содержит ультра- и инфразвук.